Ну, сегодня не первый день, когда Россия, так сказать, подняла свой голос в защиту сирийского руководства. На самом деле позиция России обозначена была давно, она была обозначена очень конкретно и четко. И с этой позицией Запад вынужден считаться. Собственно говоря, позиция России, Ирана, Китая, некоторых других стран, она и дает возможность президенту Сирии, так сказать, продолжать, в общем-то, оставаться у власти. Для России вопрос Сирии важен и с принципиальной точки зрения, да, потому что мы поддерживаем ту идею, ту идеологию, что, так сказать, законно выбранный и поддерживаемый большинством населения президент, он, так сказать, имеет право, он является легитимной фигурой, и он может быть смещен только в результате, так сказать, выборов, на которых народ выскажется против него. С другой стороны, помимо чисто вот таких принципиальных моментов, позиция по Сирии для России важна, потому что Сирия — это одно из звеньев большой цепи, которая в конечном итоге может выйти на те страны, так сказать, с доминирующим исламским населением, которые близки к России, и дестабилизация которых может создать большие проблемы для России. Поэтому чисто тактически нам, видимо, выгоднее здесь потерять что-то в уровне наших отношений с западными странами, чем потерять нынешних своих союзников из числа мусульманских государств, близких нам, ну, прежде всего на постсоветском пространстве, и рисковать гораздо больше.